Порядка 20 вопросов войдет в повестку дня Президиума Горсовета. Заседание завтра. До этого все вопросы рассмотрены на профильных депутатских комиссиях. В нашем обзоре главные темы обсуждения. В Бендерах эффективно реализуется план очистки ручьев на ближайшие годы. Его утверждение рекомендовано на предстоящей сессии городского совета. В ходе работы комиссии председатель Бендерского городского совета народных депутатов поблагодарил госадминистрацию города за проделанную в этом направлении работу. В этом году особое внимание уделят ранее подтапливаемым участкам. Присвоению спортивных разрядов юным спортсменам теперь будут подходить одинаково, независимо от места занятия соответствующими видами спорта, будь то спортивная школа или секция при Дворце детско-юношеского творчества. Инициативу такого подхода поддержали депутаты. Новый сквер планируют обустроить в микрорайоне Ленинский. Предложение первичной ветеранской организации поддержано Бендерским городским советом и госадминистрацией города. Сквер хотят разбить на месте пустыря между 11-й школой и детскими садами 24 и 25. Проект будут обсуждать с учетом мнения жителей микрорайона и депутатов избирательных округов. По примеру обустройства Хомутяновского и Липканского скверов. Пожелания бендерчан учтут при формировании технического задания на проектирование. Депутаты обсудили неудовлетворительное состояние ливневых канализаций в микрорайоне Северный, по улице Кишиневской, Победы и Индустриальной. Длительное время протекает кровля и в городском бассейне. Вопросы обсудят на заседании президиума. Рассмотрят и вопрос, касающийся первого этапа ремонта улицы Космонавтов. Формирование и размещение муниципального заказа по благоустройству территории города – еще одна актуальная тема повестки дня. Говорили о преимуществах такого подхода к ведению городского хозяйства. Возможность перехода на такой способ работы муниципалитета с организациями и исполнителями работ будет изучена для принятия решения.